за шумный мой канал. Всех своих постоянных зрителей привет, мои хорошие. Всех, кто смотрит, может быть, мои обзоры. Фаберлик регистрировался в компании по моей ссылочке. Привет, мои хорошие. Хочу с вами полистать каталог. Восьмой, который начнет работать 24 мая. Это минус 70% на один товар в каталоге имеет человек, который сам покупает Фаберлик. Раньше такая акция была. Только у VIP-консультантов, у тех, кто каждый каталог покупает на 100 баллов. Но это огромная сумма. Я такие заказы даже не делаю никогда, честно. А здесь независимо, на какую сумму ты покупаешь, ты каждый... Не знаю, ничего не могу сказать.
бальзам и масочка. Эта серия появилась в прошлом году летом. Неплохая. А тут маска и бальзам идут с охлаждающим эффектом. И такой приятный у них, как бы легкий такой цитрусовый аромат. Здесь у нас серия защиты от солнца. Да. -60% на спорт и пляж, водостойкую душ. Так. Это новая серия праймеров. Всевозможных, да. И вот здесь вот 40% скидочка на вот этот вот матирующий праймер для лица. Я согнула. Скидка выходит. Кого это?
очень яркая, красивая, суперская помада. У меня есть, я не знаю, 4 или 5, у меня есть видео моего Mad Cow Upper Lip. Кому интересно, смотрите. Но мне кажется, на нее нужно брать пробнички, бывают. Ну или так, смотрите. Ну, помада суперская, отличная, красивая, очень богатая смотрится на губах. Это вот обожаю я помаду. Сегодня вот ходила по делам масло, потому что там пришлось одевать маску в помещении. У нас до сих пор мы носим маски. У меня есть розовый кварц, по-моему, это вот эта мука. Или это новая? Нет, это хиты. Короче, у меня есть розовый кварц. Розовый, персиковый есть. Потом розовый кварц. Вот такими сегодня розовый персик и красный. У меня есть классика. Вот. В общем, розовый кварц, она такая холодная, розовая, персиковая. Она не такая абсолютно. Вот эти, можете не верить вообще. Эта помада, она даже в тюбиках выглядит по-другому, чем на губах. Это жидкая помада, которая, как вам сказать, высыхает на ваших губах и становится абсолютно матовой, но очень комфортной. Не сморщивает ваши губы, не тянет. Но, во всяком случае, у меня так, мне не 20 лет, у меня губы суховатые уже. Супер вид, отличный имеет. Ну, в общем, цвета. Я не знаю, я 100 комплиментов получала, когда была в этой помаде. Вот у меня 3 красные. Розовый кварц и вот розовый персик, по-моему. Ну-ка, 62-й, мне, по-моему, 63-й. Вот он точно, я сказала, была это мой. 60, тут не все, сейчас есть оттенки, их очень много. Но скидка идет именно вот на эти. Кто хочет помаду, я ее ношу весь карантин. Это просто супер спасает, если вы в маске часто где-то бываете. Вообще не отпечатывается она. Держится. У меня лично и после еды держится, и после перекусов, и после чая, и после всего. Но это, наверное, зависит от того, что как вы, наверное, едите, какие у вас губы. Ну, короче, я вот пришла сегодня, да, а я красила губы ей, потому что ходила в поликлинику. А там нужно одевать маски, я домой пришла. И, короче, я ее мицеллярной водой, да, с губ снимаю. Но губы потом не тянет, не сушит тоже ничего. Мицеллярной водой потом смываю. Она вообще не стерлась, сколько я часов было, не было меня дома. Я хотела салфеткой, но мне надо лень там мочить ватный диск мицелляркой, чтобы убрать помаду. Не, а она не убирается ничем. Вот мицеллярочка или там чем-то таким кремовым. Хорошая. Эта помада тоже у меня есть. Суперская тоже матовая помада. Эту не знаю. Два карандаша. Для губ у меня есть хорошие карандаши, но они не мягкие. Они такие, знаете, их чувствуется, когда ты наносишь. В смысле, они вот не как кремовые, так шук-шук нарисовал. Нет, они такие как бы суховатые мне показались. Но рисуют они хорошо. Да, и держатся хорошо. Вот эта помадка как бальзам, суперская, отличная. Блески хорошие, цена на них. И тут это бонусом за покупку выгодной цены. Вот это единственная помада, которую я вообще бы не посоветовала покупать. Но это мое личное мнение. Ни о чем для меня вот все. Так, этот кушан суперский. У меня уже второй открытый. Один я подарила, по-моему. Да, суперский. У меня светлый тон я брала, да. Но сейчас летом вот кожа загорает уже чуть-чуть. Даже не специально, когда ходишь, он чуть-чуть, конечно, уже светловатый, не знаю. Так, дальше. Этот у меня лежит, был бонусом, я купила. Почему бы и нет? Дальше. Это вот консилеры, да, тут появляются новые цвета. Было 5. Прибавили еще 5. А я не пользовалась, не знаю.
кстати, новенькие у меня есть. Есть суперские. Пользуюсь ими, как только купила. Вот они появились. Я их купила, и вот ими пользуюсь. Отличные кисти. Супер. Все мне нравится. У меня есть для пудры. Она приплюснутая. Такая мне нравится. Такая форма. Для бровей. Вот это мне не нужна. Для растушевки. Для нанесения теней. Для румян. Я их использую по назначению, сразу говорю. Для растушевки карандаша, стрелки. А это что у нас для консилера, что ли, нет у меня? Для нанесения тонального крема у меня есть. Вот эту я не брала, и вот эту я не брала для консилера. В общем, кисти вот. Отличные кисти. Тут средства для бровей, тут у нас лаки. Любой минус 50%. Эти лаки прозрачные, как кисель, сразу предупреждаю. Может, кто-то себе хочет купить, думает, вот такие цвета будут. Нет, вот таких не будет цветов. Они прозрачные, как кисель, просто как гель такой, еле-еле уловимые. Так, я просто обзор смотрела. Я эти лаки вообще не покупаю, я делаю гель-лак, вот и все. Мне некогда сейчас ногти красить, я привыкла уже, сделала раз в 3 недели, вот и все, и хожу. Так, эти палетки у меня были, тени хорошие, но тоже не мое, все подарила. Тушь отличная, суперская тушь. Минус 50% на тушь для ресниц была у меня. Ну так себе, больше не куплю, не нравится. Ой, для тушь для бровей я вот сказала, да. Мне вот это отличная тушь. Эти карандаши для глаз супер, я ими пользуюсь. У меня коричневые и черные. Это я себе согнула, чтобы заказать вот эти спонжики. Как же они мне понравились. Пользуюсь на одной, на другой, на третьей, на четвертой стороне там вниз. И выкидываю, не мою, не мочу, ничего. Выкидываю, все беру новый. Надо купить. И хочу вот эту белку попробовать. Белка для удаления кутикулы. Иногда, когда у меня отрастают, видите, уже за неделю отросли, как, ну, ногти, да, ну, и мне иногда хочется вот тут подправить, вот так. Я хочу такую попробовать. Вот это пушап, раньше была тушь в такой упаковке пушап, сейчас она в коробочке идет, и цена у нее стала выше, и друг, по-другому, конечно, тюбик оформлен, но форма, по-моему, тюбика такая же осталась. Бальзамчики для губ мне нравятся, они идут бонусом за покупки. Брала, я знаю. Так, туалетные водички, да, мои сладкие. И тут что у нас? А, вот это новинка какая-то, типа татуировки, да. Наклейки такие, как татуировки. Но это на лето. Они парфюмированные. Я где-то слышала, да, вот она, я читала. Парфюмерные. Повторяет аромат парфюмерной воды, только какой, я не знаю, конечно. Как по ним определить, как... А, вот это, наверное, парфюмерная вода, если они здесь, Викинг и Валькирия, да. Вот эту вот водичку Валькирия я брала вообще по дешевке со скидкой. Попробовать, ну, как домашний аромат использую, да. Кстати, один раз мне человек сказал, что приятный аромат, он неплохой, да. Я множество брала ароматов от Фаберлик, и большую часть их я раздарила, потому что это не мое абсолютно. Валькирию оставила еще там несколько. Я такие штуки, естественно, покупать не буду. Считаю, что это для молодежи. Это раз. Во-вторых, у меня есть свои татуировки на плечах и на ноге. Так что... Мне не надо. А так, кому может быть интересует такое? По 3 флакона, ну-ка. Вот этому ничему верить вообще нельзя, честно говорю. Если хотите ароматик попробовать, лучше пробничек взять. Валькирия, Викинг, это не бюджетные ароматы, выбирали. Хороший ароматик. Сколько я смотрела на него обзоров, ни один обзор не соответствует моему восприятию этого аромата. Мы все разные, поэтому покупать ароматы не зря же, мы их ходим, тестим в магазине или
можно, конечно, на вслепую. Я покупала много, поэтому я отдавала их друзьям. Пожалуйста, если денег не жалко, я вслепую беру. Мне что не нравится, отдаю. Но мы настолько разные, наше восприятие львакторное настолько разное, что советовать какие-то ароматы, ну, извините, я могу свое мнение о них высказать и все. Так, вот этот ароматик. У меня шел при регистрации в компанию Faberlic. Там можно было выбрать мужской или женский. Розовый, по-моему. Или так, в общем, один из трех. Я выбрала вот этот. Муж мой сказал мне, не надо нафиг, я его подарила крестнику. Мальчика. Он суперский, я удивилась, почему он не стал им пользоваться. Мне, кстати, вот все три аромата ее Дашкина зашли. Этот я крестнику подарила. Потом я купила розовый со скидкой. Потом я желтый взяла. Желтый мне еще больше понравился, чем розовый. И тут что у нас тоже акция, да, идет высокая мода в парфюме. Там, короче, ее Дашкин не опозорился. По крайней мере, ну, это для меня так. Делал такие ароматы, чтобы себя не позорить, наверное, вложился, не знаю. Так, парфюмерная вода для женщин, да, любая, за вот эту цену минус 50%, любые два аромата, и можно так взять, можно вот так взять, как хотите, да, по 4,699 каждый, отсюда еще будет минус ваша скидка, если вы зарегистрированы. Вот это пион. А вот это, я не знаю, такая пудра какая-то. В общем, понравился мне и этот понравился. И флаконы у них достойные. Вообще, и этот тоже. Чудашкин молодец. Я вот Ренату не пробовала ничего. Вот она, Ренаточка. У меня руки не дошли еще. Кошелек бы еще не дошел до Ренаточки, да. Тут тоже часто бывает один или второй аромат. После умывания, так сказать, после водных процедур я расчесываю.
брошюр очень сильно распиаренные, завышенные такие на него и цены, и отзывы. В общем, ничего себе не оставила. Все ликвидировала. Отдавали тему в добрые руки. Не представляю, чем может нравиться вот этот брошюр, который так нахваливают. Зеленый аромат какой-то там белоцветочный. Тихловоз для меня, ну понимаете, у меня такое восприятие. У меня дочка, она как бы парфюм-любитель такой, у нее большая коллекция парфюмов. Я чуть только не перепробовала благодаря своей дочке в жизни, да. И благодаря ей у меня много отличного парфюма всякого. Вот. И вот я к чему это говорю. Мы с ней, да, дочь моя родная, мы абсолютно по-разному воспринимаем практически все парфюмы. Бывают, да, иногда у нас прям вот один в один восхитительно, там один аромат одинаково описан, но в основном иногда я приду, она говорит: мам, ты чем так тут ухрилась? Хоть, говорит, топор, видишь, и противогаз одевай. Я говорю: это что, Том Фордик твой там какой-нибудь? Да. Видите, вот по-разному люди воспринимают. Так, дальше. Это маленькие 15-миллилитровые сумочные варианты. Тоже тут идет выгодное предложение. Надо ускоряться. Мужские ароматы. Ничего не могу сказать, не беру своему мужу. Он у меня Шанель Диор любит, вот и все. Что поделаешь, да? Лучше один Шанель, чем 10. Не Шанель, он так считает. И он прав по-своему. Так, это доктор Корта. Это новые линейки, которые только начинают выходить. По несколько там средств, но вот эта линейка, по-моему, уже такая для проблем на коже полная, уже скидочки начались. Это ночная линейка уход за кожей, типа того, с мелатонином. Вот, знаете, я хотела почитать, как мелатонин на кожу влияет, может, он как-то и влияет на кожу, на то, что он впитывается через кожу, может, его засыпить, в это я вообще не верю. Потому что у нас есть барьер, для чего кожа нужна. Это защитный орган, который не дает через кожу впитываться в кровоток ничего. Поэтому как вы можете уснуть от крема? Не знаю, или от зубной пасты. От зубной пасты вероятность больше, потому что под языком у нас находится очень много кровеносных сосудов. Почему мы иногда
тоже идет по этой цене. Я его три штуки взяла, как тоник использую. Нравится. Тут я много чего пробовала. Неплохая эта линейка. Все надо пробовать. Оксикарбокси тоже пробовала. Есть у меня на канале видео про это. Отдельно. Про оксикарбокси. Начинала с бюджетных линеек. Чтобы попробовать что-то такое, потом уже на дорогие.
прочитала, что тут формулу поменять, что может это на сайте есть. Я ничего не брала. А, нет. И свербены. У меня до сих пор есть на даче стоит. Я не один раз брала тоник. Очищающий тоник для лица. Тоник суперский. Угу. Напиши на вот этот вот бьютик.
обычная не смывашка для волос за бешеные деньги. Не знаю, ботинки думают, наверное, совсем дуры, что ли. Никогда не куплю. Так, вот эти все шампуни, говорят, хорошие. Я не брала, считаю, это дорого для этого сегмента. Эксперт Color красочка. Супер чистит зубы. Не знаю. Мой супруг надо мной посмеялся. Говорю, я хочу вкусненьким иногда почистить зубы. Я больше чем 2 раза в день чищу зубы иногда. Эти положила, пусть лежат. Это вот новинки кофе вышел. В зернах и молот. Это в каталоге. Я кофе люблю, обожаю. Starbucks. Все. Ослабить кишечник. Протеин хороший. Все в
Товары. Серию Кринли я никогда не... Вот это вот для стирки не брала. Один раз я брала для посуды. И больше повторять не буду. И знаете, я долго-долго ее не брала. И сейчас я уже слышу отрицательные отзывы от тех, кто ее брал. Спасибо.
ни на одном человеке не понравились, как они сидят. И мне они не нужны так и так. Я себе заказала вот эти босоножки. Выперлик, они ко мне идут автозаказом. Около месяца. Короче, посмотрим, когда придут. Я две пары заказала. 39-40. У меня 38-39 размер. Посмотрим. Если подойдут, я себе возьму. Они мне со скидкой будут за копейки. Гулять с коляской. Лето поносить и выкинуть мне надо. Так, а то я тут расслабление такое произвела в своей обуви, что у меня одни летние, как туфельки, одни шлепки. Все, вот такие мне надо топтаться. Так. Тут чулочки, носочки, кольчики у нас, белье. И скоро-скоро каталог закончится, конечно, у нас там. В прошлом каталоге я купила вот эту вот себе троечку, носочки, слетики хорошие, супер. Вот эту троечку хорошие, супер. И я брала 39-41, подошли и такие комфортные, супер. Я дома в них хожу за место, я тапки не ношу. И я брала из серии Love, такого бежевого цвета, три пары там в наборе. Хотела их подарить, думала, они мне будут тянуть. Оказывается, я их слишком высоко натягивала. Они невысокие, они, ну, как вот по щиколотку. И они хорошие, я их себе